Добрый день. Сегодня перед нами в ремонте холодильник Beko, модель CN228-230. Клиент пожаловался с проблемой о том, что не работает компрессор и табло в дверях погасло. Давайте посмотрим. Говорит, что вроде недавно его покупала. То есть, что здесь у нас есть? То есть, плату, обратите внимание, плата у нас треснула. Кто-то здесь уже дорожки восстанавливал на данной плате. Вот такого внешнее состояние плата у нас. Если посмотреть внимательно, то у варистера оторвана ножка, то ли был скачок напряжения, его пробило явно. В общем, будем смотреть, будем разбираться. Так, продолжаем ремонтировать плату. Сопротивление, которое здесь стоит возле варистера, 140 Ом, показывает полный обрыв. Сейчас будем его менять.